Чудо рождается здесь, на сцене, и имя ему – танец. Сегодня зал принимает талантливых участников. Вот уже много лет радует нас творчество всеми любимого замечательного хореографического ансамбля «Сударушка». У каждого участника коллектива свой характер, своя стать. Но всех этих людей объединяет одно – безграничная любовь. Любовь к танцу. Но всем известно, что она возникает не просто так, не на пустом месте. Коллективом пройдет большой, интересный и творческий путь. Танец – это массовое и популярное искусство. Оно доставляет и исполнителям, и зрителям такое же удовольствие, как хорошая книга, картина, песня. Основная часть репертуара хореографического коллектива – это народный танец. Удивительный вид народного творчества, позволяющий раскрыть яркий темперамент, характер,
жанрово-бытовые сцены из жизни разных народов нашей страны. Уважаемые друзья, я уверена, сегодня вы получите колоссальное удовольствие от увиденного. Вы готовы? Итак, друзья мои, встречайте! Народный хореографический ансамбль «Сударушка». Thank you.
Thank you.
Как же легко и грациозно выступают наши сегодняшние артисты. Как ты умеешь танцевать, выходи на сцену. Радуй глаз, дерзай, удивляй зрителей. Но одного таланта мало, мы с тобой согласны? Репетиции и репетиции. А сколько мужества нужно, чтобы выйти на эту сцену и выступать для вас, уважаемые наши зрители. И еще по секрету, участницы коллектива хоть и взрослые, а коленки трясутся. Это они смелые там, за кулисами, или на очередной репетиции в своем родном танцевальном классе. И мы сейчас с вами посмотрим на экран и увидим, как же рождается танец. Из родных, друзей, мечтаний, творений, увлечений. И пусть не всегда все получается с первого раза, но если твердо верить, очень-очень хотеть, сильно-сильно постараться, то все обязательно сбудется. То, что, в общем-то, и делают участницы нашего ансамбля. Репетиции, концерты, выступления, поездки и вновь репетиции, репетиции и репетиции. Такова жизнь этого коллектива. Давайте сегодня еще раз посмотрим этот многогранный и яркий калейдоскоп творчества данного коллектива. Посмотрим самые яркие моменты девушек из ансамбля «Сударушки». Thank you.
Черневичка мой парень, черневичка мой парень, черневичка мой парень.
танцевать умеют лишь немногие. Хорошо танцевать. Таких у нас танцоров мало. Для этого обязательно нужно иметь гибкие руки, тонкую подвижную талию, сильные ноги, мало уметь чувствовать ритм. Нужно воплощать сам дух танца. Но и этого мало. Чтобы танец получился сочный и яркий, над ним нужно поработать. И поработать не только хореографу. Украсить красивой музыкой, что и делает наш звукорежиссер Алексей Михайлович Баранов. Мой маленький.
счастье вдруг в тишине постучать в двери. Неужели ты ко мне верю и не верю? Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Столько лет, столько лет, где тебя носила? Как сейчас ты скрипнул воды, все смыть ясно стало тебе. Столько лет я ждал слез, ради этой вещи с тобой. И не жди ответа, без тебя как жилось, не разлить это. Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь не била, лишь бы все, это все не напрасно.